Ну все, если я первым сдохну, то я удаляю эту игру. Ловлю на сове. Если удалю, что ты лошара. Нет. Ну ладно, что страшно. В смысле? Че, опять летим в теплые туда края? Да. Игорь, ты меня будешь убивать? Нет. Я ж не уебок своих пиздить. Игорь, где дефолт? Покажи маркером. Показал. Понял. Да, мы летим. Надо, ну, как пойдет, на военную базу. Господи, мы когда-нибудь втроем, четвером сможем выжить после базы. Опа. Конфликт. Господи, боже мой. Кого конфликт? Ты о чем? Пойдем в ФК парней. Ладно, я не буду. Ну если я тут сдохну, то я не знаю, что с этой игрой не так. На дефолт летим? Я да. Да, 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 дефолт. Вы заебали. Летите в другое место, сука, это мой дефолт. Я все одна. На казарм летите, на боковую. Там мало людей было, почему вы не полетели да сразу, или вы че? Сейчас полечу, я туда сейчас и полечу. Я на казарму прилетел, тут три типа. Блядь, а у меня пряничные домики. Знаете такое? Нет. Нажать на таб, чтобы они пропали. Бань знает. Вы чё? Давайте, Ваня, чемпион. Да, что я не взял. По мне скоряги, по-моему, бахают. Ёбаный в рот. А, там на соседней хате, короче, Рамс идет. Господи. Ладно, я магазин быстро. Ура! И нету. Ты не удаляешь кабач. Классен. Ты все видел, где я лутаюсь? Понял тебя. Ты специально сделал? А. Ну, там бы я точно уже сдох. Ты бы уже поминал меня. Особенно после фразы «Не летите ко мне на дефолт». Бабочка, лутаешь казарму? Ну и нахуй казарм, тут кто-то есть, тут залутно уже, тут Ваню ёбнули только что. Я голый, блять, вообще у меня нет ствола. Бля, мне что-то очень сильно... Блять. Я ж напугался, блять. Откуда тебя ебанули-то? Понял. Казарм, чувак, на втором этаже. Вижу, вижу, вижу. Для беспрецел, конечно, охуительно будет стрелять по нему. Блядь, снято. Здесь он сдохнет. Может, ФК парней съездить убить? Такое чувство, что он не сдохнет.
Чё за высербал? Ты с Илова играешь или нет? Ну так. Просто я далеко. Бывало и по Сейвове, скажите. Чуть по Сейвове. Вань тем более в магазин ушел. Могу тебя забрать на малышке? Надо убивать всех. Какой забрать? Бля, этого типа подняли, походу. План кусты. В деле. Операция кусты. Прошу заметить. Не говорите мне, что они видели. Надеюсь, Игорь, это не с тобой стрельба. У тебя все нормально? Да, вполне. Это стратегия. Что-то вы типа добили, он мог выдать мое местоположение. И не говори. Только он бомж, он был. Что страшного? Жалко, камеру удалять нельзя. О, кряк. Че, Игорь, где враги? У меня. Где именно? У меня. Формация. На дефолте, двое. Внутри, что ли? Да. Это плохо. Люди в чате правы. Ясненько. Футболка не в тему. Они уебали, походу. Я найду прицел, то я... А на стеклях еще люди есть, осторожно. Наверх, низе. Вверх и низе? Ну где ямки такие? Большие. Чего, блядь? На крышках, что ли? Да. Ну вы, блядь, что, кривые, что ли? Добить его не можете. Что с вами не так? О, я вижу типов. А что по кругу? А, мы в круге, окей. Три типа, Игорь, если что. Надеюсь, они тебя не заметят. И надеюсь, они не пойдут в мою сторону. Нет, пожалуйста, парни. Че, ебанулись? У меня бегут. Ко мне бегут. Ну да, два типа у тебя, один у меня. Я готов своего ебать. Давай, еби его, отвлеки. Отвлеки, стреляй по нему. Хорош, хорош, хорош. Не добивай, не добивай, не добивай, не добивай его. Сныкайся просто, просто сныкайся. Я сныкался. Хороший горят. Ебать, мы их жестко. Как думаете, они? Я собрался. Ну пока что да. Можешь их полутать, Виталик, попробовать. Да. Боже, что за бомжи? Зачем вы их убили, Игорь? Только спалили зря. В смысле, да нет, там трое. Не, нормальные тут, типа. Дошел. Третий рюкзаки, он у них висит.
Я думаю, они охуели. Тут еще могут быть, типа, кабачки, осторожно. Побегай рядом, послушай, есть тут тот или нет. Где еще? Вот, на дефолте. На дефолте все сундуки. На входе в дефолт. На дефолте. Да-да-да. Понял. Слышишь кого-нибудь? Вообще... X8. Ну ты лутай, потом мне все скинешь. Я тебя не буду скидывать. Ну это как бы мои трупы. Я их всех засолил, читай. Я засолил. Без меня у тебя вообще ничего не вышло. Вообще-то вышло бы. Ладно, что у тебя бы вышло. Можно пройти? Месье. Так а что, у них нихрена не было или что? Да, слышишь? У тебя? Близко, близко. Я слышу, я видел. Нет. 255. Я тоже видел. Ё-моё. Это по тебе было, да? Да. Я упал, кабач. Хорош. Хорош. Ты убил его. Тут рядом его друг. Нет, он один, он его убил. Нет. Сразу. Не вырубил. Ну, крайс тут еще тип был. Поднимай меня, короче. Можешь поднимать тебя? Отползи от ебаного говна. Окей. Давай сюда сползем. Сзади, 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 сзади! На С! Прикрывай меня, я попробую заползти, да. Не умри так. Я не заползу через тебя. А, ты убил? Да окей, ты поднимай, поднимай тогда. Поднимай, он поднимай. Убил, убил сразу, не кнопку. Ёбаный фрит. Я еще взял скар с пола, потому что пытался тебя похерять. У него не было патронов, перезаряжался. Ну и ёбань. У тебя шляпки нет, дверь. Каска, да, улетела. Хуёво. Вот это вот оно. Боже, что за бомжи тут играют? Почему у них нет лута, Игорь? Где лут? Я тебе могу аптеку скинуть, надо? Мне много надо хила. Я как бы ничего не лутал, лежал тут, отдыхал. На, вот сзади тебе скинул одну. У меня больше нет. Серьезно, блядь? Да. Что за ублюдки? У меня вообще аптеки? Больше нет хила. Не знаю. Надо бросить. С другой стороны выходить. Еще где-то ты топа. Наверное, я. Да ладно, одену пока этот. А этих мы всех залутали, точно? Да, они вообще супер бомжи были. С UMP-шками какими-то. Девятка чисто. Да, ну это полная хуйня. Согласен. Погнали в круг на тачку. Вон слева вазик. А ты следил? Зачем? Ну типа, этот тип перестрелился с кем-то. Он убил или нет? По нам стрелял. Понял, мы просто бежим на тачку. Нет. Че, нет? По мне он точно стрелял. Он стрелял по мне. Ну, поэтому он стрелял, скорее всего, который по мне стрелял. Можете повезти? Види. По вам ляпаю. Но... По вам стреляли, по вам нет? Люди. Я не слышал. Перед вами прямо этот был такой. Игорь неверующий. Все, тут на лодке что ли плывем? Окей. Школа дрифта. Блин. Хила нифига нет. Где тут подняться можно? Вот на берег уплываешь, понимаешь? Заебись, кабач. То, что надо. Я так и хотел.
Покоцать меня? А, как я тебя покоцал? Непонятно. Ну что ты раньше времени полазишь? Лазы, блин, хреново. Аирдроп, кстати, неподалеку. Пойдем выстегивать? Да. Да, пожалуйста. Запрыгни. Хорошо. О, ты, мягко говоря, неподалеку. Неподалеку. Ну, в поле тут рядом. Нет. Он же до горы упадет. С глазами. Он до горы упадет. В смысле? Ну, тихо. Понятно, что долго. Ладно, нет. Ну это ебать далеко все равно. Да, нормально, что ты слышишь? Погнали. Или это за горой? Нет, это до горы, все правильно. Погнали, ебать. Аирдроп, без тачки! Отличная идея. Ладно, я буду всех просто разъебывать, а ты будешь снимать. Ну, кстати, лет на нем. Либо шло. Бля, это уже на нем. Airdrop? Да. Нам полутаться бы. Давайте домики заглянем. Ни разу не видел. Че, ни разу не видел? Первыми были с военной базы. Чтобы они были не залутаны. С таким кругом. Ой, я вижу airdrop. Там есть машина на аирдропе. Ну, там ебошится уже, ты что не слышишь? Нет звука. Ну, теперь слышу. Боже, ты где, чувак? Покажись. Блять, тут залутано. Показался. Пока... Ну, тут куда ты уходишь? Опа. Хочешь спалиться? В поле стоит? Правильно понимаю? Да. Принял. Тачка что справа на Е. Вот там мясо пошло. Идем нам ебошло. Тоже пофанимся. Вижу, там стрельба калютая. Это в домах, вон из дома человек убежал. В этой в маленькой будке видел? Далеко? Короче, в этих домах. Да блин, просто рядом с нами дома. Нет, дома-то я видел где? Ну, внутри. Ну, близко. Бегают. Пойдем, ладно, ебошимся. По скидкам. Бля, у тебя есть раскидки? Аеха есть. Они ебутся с кем-то. Да-да-да, я хотел тоже поебаться. Он сейчас будет пытаться поднимать, я ему ебну. Ну, поднимай. Ну давай поднимай, ты чё, ретард? Боже. Ты дал, да? Я спалился. Ладно, я спалился просто. Как так можно было спрятаться? За гений игры. Там человек 3. Подозреваю, что это фит первым. Вижу их. Блять! Сейчас бы раскидочку! Пиздец, это был бы даблкил тупо. Они тебя высматривают, сидят. Где? А, ну. Да я не буду на них бежать. Может попробовать их обойти, Игорян, на самом деле. Да, пробуй. Кабач, можешь бахнуть по ним в стену? Я не вижу, где они. Ну в стену бахни, там дырка в стене, где лут. Стену просто ебани, и всё. Пока не надо больше. Туда? О, смотри, ноги, Игорь, вылезли, блядь. Вижу, вижу. О, увидел одного. Чё он сыт-то так?
Алло. Лазь давай. Там трое было. Лол, да, что? Да. Что за идиот? Бред, зачем? Этот с другой пати вообще тип сделал. Да. Зачем? Почему? Там с горы какой-то... С горы, да, помогал? Да, какой-то конченый идиот с горы дал по мне. У меня идеальная была позиция, я бы выстегнул этих типов. О, зачем он это сделал? Почему он по тому типу не стрелял, который лежал? Божечки. Убил себя. Представляешь, как у него в прицеле это выглядело, когда ты к нему крался? Ну, наверное, думал, мы вместе. В смысле? Возможно. Бля, я не понял, как мы стреляли. Ой, пойду пасу. Давай. Я тут побегаю. По фану. Вань же все равно еще не пришел, правильно? Да, его нет еще. Позиция от Бога у меня. Блин, откуда слева по меня ляпали? Вот интересно. С дома, наверное, с этого. Только стоит на секунду остановиться, сразу по тебе стреляют. К описанию пуси. Там один еще на горе лежал, Виталик, помнишь, да, об этом? Где-то на 15, 30-15 где-то там, короче. Сука, ПЦ. Откуда стрелял, я не понял. Где окно разбито? Есть инфа? Да я понимаю. Я не знаю, где враг. А он знает, где я. В этой хате вроде два чельбеса было, в левой. Двухэтажная с пристройкой. Здесь ты прав. Даже бинтиков нету. Не один, их двое было. И один чел с горы еще смотрит, вон стой. А, вот он ляпает. Контакт в доме. Это нож. Он был с этой штучкой на горе, как она называется. Снайперка М24, по-моему. Я понял. Ну это такая снайперка. Она всего. Ну Игорь с одной пули прилетел, так что. Тут... Я в голову прилетел. Сижу, подожду. Интересно, они у Игоря бинты вообще ставили? И были ли они вообще у него? Лучше проверять. У Игоря было две пачки бинтов, точно у него было. В том доме маленьком лутал две пачки. Ты чё, еще живой? Я охотник, видишь? Да. Закладку оставляют. Мы чё, ещё не насидели? Кабач нет. У нас такая катка была лютая, Вань, ты всё пропустил, отвечаю. Жесть на ютюбе. Смотри, Вадим, там сколько ящиков. Пиздос. Вань, полутали, скорее всего, Вань, у меня на базе успешно прошел план куст. Вокруг меня бегал человек 6, да? Потом вышел и разъебал, да. Ну, на... Ой, пиздюк. Человек 6. Ну, забатил, за все время. Кабач убил одного из них. Там три типа, короче, осталось. Кабач одного нокнул. Я выждал и кончил двоих оставшихся. Хорош, хорош. Ну, тут меня убили как у ёбки просто. Пиздец, тварь.
Че купил в магазе? Давай, быстрее. А тебе скажи. Иди. Че, жалко? Парень, чувак на тачке сейчас ебанется с горы. Или не ебанется. Да, Кабач, вот. Ты обувь-то снял? Нет. Молодец. Разница. Большая, без обуви не слышно. Точно такой же звук. Чуть другой. Сундучка даже лежит. Тебя сейчас круг убьет. Красиво, Кабач. Тот чел уже убежал, а ты крался. Вон он, перед тобой прям, смотри. За домик заныкался. Я видел. Ложись, упал, жался. Плюхан, какой автомат? А у тебя что, хила нет? Грамотно. Еще как цикло играю. Ну куда ты бежишь? Встань, успокойся. Встань за камень, успокойся. Нет, он не хочет. Бежишь, так, ты бежишь. Так, ебифи ему уже. Господи. Че, по бегающим не умеешь стрелять? Пиздец. Могу, но я ж его не убью. Почему в голову убьешь? В голову убью. Ну так. Там в тачке на заднем сиденье сидит, типа твича. Ждет свою жертву. Ладно, я пошел за ним. Раз по нему там не стреляли, значит это безопасный путь. Угу. Он тебя еще ебанет. Короче, он для меня расчищает дорогу. Это он стреляет. Это он стреляет. Дай ему въебать уже. И там перед ним еще типа бежал. Справее. Съебали бегать. Да, вон правее бежит еще. Вообще я пацифист. Я не хочу никого убивать. Тогда беги. Или ползи уже. Ползти это прям идеально. Скидывай рюкзак и ползи. Кстати, насчет скидывай рюкзак. Перед тобой тип бежит, он, по-моему, тебя видел, он за дерево бежал. Он смотрит, видишь, пальцем за. За холмиком, один на 15. Нет, это на. А вон видел, когда начал. Ты не в круге еще, круг сейчас будет слушаться, Кабач, тебе бежать надо. Там куст лежит или что это такое? Куст лежит или что? Он в костюме лежит, чубик. Не, Кабач сейчас умрет от круга. Я согласен. Ставь плюс, если Кабач умрет от круга. Да, казалось. Бери сковородку в руки и лупи их просто. За уграунд забегай за правый, ложись. Вот, за эту сиську. За левую. За сисечку? Да, да, да. Просто ложись и ползи. Нормальный рамс идет. Ложись и ползи. Ты же не зря скинул. Сколько только заползи, если ты от круга сдохнешь, что? А, нормально. Рядом с тобой человек в паре. Башка не поворачивается. Контрол, держи с контролом, ползи, ага. Ой! Блин. Самая тупая смерть.